Всем доброе утро! Сегодня я отправляюсь в колледж, именно сейчас. Сейчас у нас утром, раннее утро, потому что у меня учеба с 8. Знаете что, сегодня будет необычный день, необычная учеба. Осталось 2 недели до окончания нашего семестра. У меня волосы чуть-чуть мокрые просто. Я с утра просто мою волосы и не сушу феном, если кто не знал. И получается, мы с одноклассниками решили сегодня сделать как вечеринку. У нас, у девочки, нашей одноклассницы, в субботу будет день рождения. И поэтому мы хотим сегодня сделать парти, и она еще тортик принесет. Она знает, что мы будем вечеринку делать, и еще тем более праздновать ее день рождения. И получается, учитель такой подходит, у нас было задание, он говорит: «А что вы говорите? Вы должны говорить и разговаривать про книжку». А мы такие, ну, все просто так сразу стесняются, а я сразу могу сказать. И я говорю: «Вы ничего не думайте, мы не о своем там, о своем прикольном там такое всякое, мы шутки не говорим, мы рассказываем и планируем нашу вечеринку». А он: «Какую вечеринку?» Я: «Вы знаете, у нашей одноклассницы, у вашей студентки такой-то, такой-то день рождения». Он: «Когда? Сегодня?» А я: «Нет, не сегодня, в субботу, но мы будем этот ее день рождения праздновать в четверг». А он: «А я: «Ну, во время урока». А он такой: «А, во время моего урока. Спасибо, что хоть сказали». Ну, это не то, что прям наглость, знаете, просто учитель. У нас сегодня по плану, вообще, американские учителя, они дают как такой, как лист, расписание, что планируется делаться именно в тот или другой день. И вот мы знаем, весь класс знает, что сегодня мы будем смотреть фильм во время урока. И поэтому мы так подогнали даты, чтобы именно в это время, когда мы будем смотреть фильм, чтобы у нас была вечеринка. Мы сегодня заказываем пиццы, вернее, уже заказали, и должны нам привезти в 10 утра, поэтому я так не сильно-сильно кушала, не сильно плотненько. И поэтому я вас сегодня беру с собой, чтобы вы посмотрели на это, как оно все будет происходить, потому что я знаю, когда я училась в Adult School, когда я приехала только в Америку, то, конечно же, я знаю, как это проходит, вот эти мероприятия, когда все несут свою традиционную еду. Но сегодня мы же не несем традиционную еду, мы сегодня будем кушать пиццу и торт. И девочка так говорит, именинница: «А можно я принесу еще candles?» Я говорю: «Конечно, это свечки». Я говорю: «Конечно». И она: «Да, я могу их задуть». И такая девочка, прям не могу. Она, по-моему, самая младшая в нашем классе, но такая милашка. Ну, вы ее знаете, я уже снимала. Нура ее зовут. Короче, маленькая такая, не такая прикольная, все спрашивает у меня, звонит вчера: «А какой торт?» «А то, все. А может то? А может это?» Я стою, говорю: «Делай, что хочешь, какой тортик хочешь, это же твой день рождения». Поэтому так, поэтому сейчас я еду, я все хорошо, ничего не опаздываю, проснулась, солнышко сразу светит, такое хорошенькое. И уже жду, не дождусь, когда будет окончание. Уже со следующей недели у нас будут уже final, экзамены начинаются. Вот это надо самое главное — подготовиться и хорошо сдать. Ух ты, вы смотрите, что у нас стоит. Что это? За $5, короче, там всякое такое расписано, даже не хочу читать. Смотрите, самое главное, что это такое? Мы колледж, мы взрослые adults, а тут поставили батуты. И смотрите, что еще. Что это такое? Да, иногда у нас такое приносят, книжки продают. Тут даже иногда еду выставляют специальную, какую-то традиционную. Это, наверное, из-за того, что конец семестра, то люди могут... Огород, свой огород, половина сахар, половина мед. Русские. Короче, прикольно. А, вот как я и говорю, чайниз, еда, видите? Вот это здорово. А здесь блинчики делают. Ой, как мило. Так, что здесь у нас? Всякие украшения разноцветные, именно по цвету специальные. Кстати, почему я путаю черепашка, говорю, или чебурашка? Вот скажите. Вот смотрите, какие здесь цветочки. Хотите, я вам сейчас кого-то покажу? Который стену ломает здесь. Yes, it's mine. Yes. Почему некоторые люди боятся камеры? Я просто удивляюсь. Она не страшная, да? Камера не страшная. Хотите, покажу, кто это говорит? Ну вот всегда говорит. Сейчас спустимся на его уровень. Привет, Александр. Yeah, but
I don't speak Russian. Sorry. Ну, вы знаете, короче, он говорит. Он всегда говорит. За кадром это он говорит. Говори. Говори. Говори, говорю. Кому говорят, говори. Хай, Александр. Сегодня мы будем кушать пиццу. Я говорила вам. Сегодня мы будем кушать пиццу. А почему? Потому что мы будем праздновать чьё день рождения? Чей день рождения? Улыбайся. Улыбайся мне всем. Хай. Да не стыдно, я стесняюсь. Просто прочитал, без комментариев. Только с комментариями. Блин, мою руку не читал. Давай я прочитаю. Happy birthday to you. Сейчас мы будем праздновать. Пиццы, пиццы. Эй, мы сейчас пойдем. А я тут английский делаю. Jesus is vegetarian, one is with chicken. Help yourself. These are vegetarian, the other two. Vegetarian, vegetarian. Mm, тут такие... Что за такие? Yeah. Hola. Here's a... Окей, I will try one piece. Кто-то принес кучу соков. Такие полезные. Капризон. Капризан называется. Капризан. И пицца. И была вегетарианская и чикен. Вот это вегетарианская, я уже чикен съела. Все такие довольны уже. С учителем пофотографировались, только я не фотографировалась. Он такой классный учитель. Надо с ним мне тоже фотографироваться. Александр, покажи тортик. The whole cake just for me. Это у меня сейчас компьютерный класс. Узнаете, как у нас проходит грамматический класс? Столько новых правил узнаем, и все конспект. Yes, but I can't come on Thursday. That's okay. You can still apply for the certificate. Thank you. Did you need a certificate? Чтобы я сегодня, чтобы я получила сертификат, мне нужно заполнить вот такую форму. Please do not вот leave it on at your desk. Okay. Короче, no, очень we don't have anybody to clean. You're gonna sit in filth. Maybe bugs will come and eat the stuff. It's really gross. Yeah. На улице так тёпленько-тёпленько. И, кстати, сказали, что на улице просто творится невероятное что-то. Там куча людей танцуют, поют, дают бесплатно еду. Оказывается, те блинчики, которые я утром показывала, они бесплатные. Ну, как всегда, я же прошла, я утром покушала, поэтому меня даже запах не впечатлил. Смотрите, что у нас сейчас происходит. Перемена. Какая красота. Музыка играет. Короче, наслаждаться можно конкретно. Ого. Смотрите, какая красота. И платьюшки прям на Гавайи можно отъезжать. О, кстати, знаете что? У меня в колледже знают, что я ютубер. И некоторые даже смотрят вот то, что я рассказываю, они не понимают, но они лишь бы себя увидят. А потом своими знакомыми отправляют. И вот позавчера мне пишет девочка в 12 ночи, но не одноклассница. И пишет: Мария, сбрось мне, пожалуйста, свою фотографию портретную. А я думаю, ну окей, я даже не спросила, для чего. Я ей сбросила, а потом я уже прихожу на следующий день в колледж и говорю: а зачем ты брала мою фотографию? Она: хочешь, я тебе что-то покажу? А я: да. И она мне вот показывает вот это. Вот тут фотографию можете посмотреть. И что это значит? У меня под моей фотографией написано «Be famous internet». Короче, я успешна в интернете. Famous in the internet. Понимаете? У нас жарко. У нас жарко. 30 градусов. Люди, 30 градусов. А другие вообще... Кто-то видел? Прям сзади такой: эй, меня снимите. Понимаете, в Америке есть люди, которые не любят вообще сниматься. Им хоть бы шо, знаете? Хоть бы шо. Я кажу, так вы ж будете, як вообще. Не, я не хочу. Ты не хочешь, то я хочу. А некоторые: меня сними. Кстати, я сегодня увидела своего профессора. Своего профессора с прошлого класса. Помните, профессор Харун, который учил в прошлом семестре, он еще на русском может говорить. Если вы не помните, то пересмотрите. Да, если не помните, вот я вам ссылочку оставлю внизу, и вы посмотрите, как он
говорит на русском и передает привет. Короче, сегодня он пришел в колледж. Он меня не ожидал увидеть. Я выхожу, у нас закончился урок. Я вышла и говорю: профессор Харун! Я к нему подбегаю, и мы с ним обнимаемся. Три раза мы с ним обнялись. Он такой хороший! А потом он начал расспрашивать, как и что я, какие оценки получаю. А потом он говорит: ты там не забудь летом, позвони мне, я тебя приглашу как-то на ужин. У него семья там. Короче, он такой хороший. Знаете, так приятно встречать своих учителей и просто с ними общаться. Вот в Украине как-то я вот... В основном в Украине у меня были не очень хорошие учителя, ну, смотря какие. И вот просто я... Почему приехать потом? Пригласить домой? Да нормально. В Украине или в Молдове никто не пригласит. Да. Вот подумайте, какой преподаватель может пригласить тебя домой? Только в Америке так приглашают. Вот никакой препод не пригласит тебя домой. А здесь, в Америке, спокойно. И мне это очень нравится. When I see you, it is smiling, how my heart takes, so full it is about to break. You make me believe in love. I could never count all the way that you change me, baby. Every day the sky is a deeper shade of blue. I could never count all the way that you change me, baby. Every day the sky is a deeper shade of blue.